Видеозапись подтвердила виновность водителя автобуса, который сбил двух российских подростков в Таиланде. На кадрах видно, как в соседних рядах останавливаются машины. По-видимому, для них загорелся красный свет, но автобус продолжает движение и сбивает скутер с подростками. Водитель оправдывался тем, что когда подъезжал к перекрестку, горел зеленый сигнал. Очевидцы же говорят о другом. Они и оказали, кстати, первую помощь пострадавшим. Брат и сестра серьезно пострадали в аварии. Сейчас они находятся в реанимации больницы Бангкока. Водитель автобуса под следствием. Ситуацию нам прокомментировали в российском консульстве в Паттайе. Страховка была у автобуса. И сейчас, я думаю, все расходы, независимо от того, была ли страховка у детей или нет, все расходы идут через страховую компанию автобусной компании. В первую очередь, это забота страховой компании виновника происшествия.